Доброе утро. Доброе. Банально? Есть немного. Вообще нормальные люди считают это романтикой. Стой. Ладно. Давай сюда свою романтику. Ром, не начинай, пожалуйста. Мне опять всю ночь живот болел. Пойду таблетку выпью. Конечно. О, Макс, привет. О, явление. Чем это мы заслужили? Поговорить надо. Я опаздываю. Макс. Макс, послушай. Я опаздываю. Максим, я знаю, что Настя беременна. Ну и что? А тебе какая разница? Большая. Максим, ты не чужой мне человек, и мне очень важно находиться с тобой рядом, когда у тебя в жизни происходит такое событие. Хорошо себя чувствуешь? Нормально. Не ерничай. Я знаю. Я подговорила мама, чтобы я уговорил Настю сделать аборт. Нет, Макс, не так. Я считаю, что ребенка нужно оставить и воспитывать его всей семьей. Так, ну, допустим, я тебе верю. Что дальше? А дальше я поговорю с твоей мамой, и мы вместе что-нибудь придумаем. Главное, не совершайте поспешных, необдуманных действий. Ладно? Ладно. Все хорошо, мам? А у Розы Марковны? Вы справляетесь точно? А дети как? Ну, я понимаю, что море, но они слушаются. А кушают хорошо? А вот мы, когда с Ромкой вдвоем, мы берем каждый по два ребенка и несем ответственность за своих. И так исправляемся. И вы тоже так же? Ну, молодцы. Ну, да, да, извини. Ну, я просто волнуюсь. А есть кто-нибудь рядом? А я могу поговорить? Ну, ладно. Ладно. Ну, я вас всех целую, очень люблю. И от Ромки привет. Вечером наберу. Поцелую твою ручку, можно? Можно. Ну, расскажи, ну, как ты стал гинекологом? Ну, знаешь, я всегда мечтал стать акушером. Да? Да. Ну, еще в ординатуре я присутствовал на сложных родах. Ну, они начались как естественные, а потом перешли в кесарево. И профессор не знал, что делать. Очень сложный случай. Там стал выбор, кого спасать. А меня вот как осенило. Вот какое-то вот озарение было. И я понял, что можно спасти и мать, и ребенка. Ну, все прошло хорошо. И с этого момента я понял, что это, наверное, мое призвание. И после этого у тебя карьера, наверное, сразу в гору пошла. Аккуратнее, лужа. Да? Да, было все хорошо. Я работал в центральной клинике, занимался сложными случаями. А как же так вышло, что сейчас ты работаешь в обычной женской консультации?
Да, там был один момент, когда я переоценил свои возможности. Ну и пришлось свой гонор врачебный немножко прибрать. А потом мне нравится моя работа. Если бы я не работал в клинике сейчас, то мы бы с тобой не встретились. Это правда. Смотри, что у меня есть. Это купоны на скидку в турагентство. Несколько дней в Египте со скидкой 70%. Круто, правда? Круто. Шарм-эль-Шейх. Угу. А ты когда улетаешь? А теперь самое интересное. Я решила купить нам такую поездку с Игорем, а ему сделать сюрприз. С Игорем? Ну да. Ты уверена? Вообще-то, мне кажется, это Игорь должен такие сюрпризы делать. Не знаю, мне кажется, я здорово придумала. А ты просто завидуешь. Завидуешь, завидуешь. Игорьку завидуешь. Не, ну может быть и так, конечно. Я такой взгляд мужиков на раз читаю. Ира, нам нужно поговорить. Слушаю. У нас же с тобой всегда все было хорошо. У нас четверо детей, и секс всегда был важной частью нашей семейной жизни, ведь так? Так. Но теперь-то что произошло? Ты не подпускаешь меня к себе уже год. Ира, год. Ну, я все понимаю. Сразу после рождения ребенка. Ну, ведь Мишкин-то год мы отпраздновали уже 3 месяца назад. Рома. Это год и 3 месяца, Ирин. Год и 3 месяца. Я все понимаю, но с этим что-то нужно делать. Нужно что-то решать. Тебе нужно решать. Я принесла тебе результаты анализов. Да не надо. Не надо. И вообще, я думаю, наше с тобой общение стоит приостановить. Что? Ты что такое говоришь? Я сейчас слово такое выбрал. Приостановить. Ты что, решил меня бросить? Если тебе так нравится. Это из-за этой пациентки, да? Я сразу сказала, что у вас не что-то было. Не было ничего, Таня. Просто у наших с тобой отношений нет будущего. Ты стала слишком сильно привязываться ко мне. Это нехорошо. Без проблем. Я легко от тебя отвяжусь. Будь здоров. Ты не подпускаешь меня к себе уже год. Ира, год. Ты что, решила меня бросить? Ну, если тебе так нравится. Поговорить надо. Я опаздываю. Макс. Максим, я знаю, что Настя беременна. У меня такое дело деликатное. Ну, скажу вам, что ко мне только с деликатными вопросами приходят. Вы... Не стесняйтесь говорить. Я попробую. Я бы хотела узнать про пластику. Мне посоветовали вас, как профессионала в этой области. А какую именно пластику? А что, есть разные? Ну, конечно. Есть кальпопластика, есть лабиопластика. А чем они отличаются? Ну, кальпопластика – это ушивание стенок влагалища. А лабиопластика – это скорее косметическая операция, которая выполняет скорее эстетическую функцию. А можно обе? Давайте так, мы вначале вас посмотрим, а потом решим. Вы проходите к креслу, раздевайтесь, берите пеленочку.
Ну что, готовы? Большие разрывы и очень грубые швы. Швы очень плохо заживали, особенно в первый раз. Что ж, медицинские показания к операции у вас есть. Сдавайте анализы и будем действовать. Леонидович. Да нет, все хорошо. Но просто в этом месяце столько разных трат. Сначала за учебу заплатила, потом за общагу. Ну, в общем, сам понимаешь. Счет, пожалуйста, извини. Наверное, не надо было тебе об этом говорить. Да нет, ну все правильно. А кому же еще? Ты говорила, у тебя какая-то работа была. Ну да, я официантка подрабатывала, чтобы концы с концами сводить. А сейчас пишу курсовую, и времени совсем нет, уже не получается совмещать. Теперь тебе не о чем беспокоиться. У тебя же есть я. Я тебе не для этого рассказываю. Да? Я понимаю. Спасибо. Спасибо. Очень внимательный врач. Так все подробно и доходчиво рассказывает. Слушай, а зачем ты вообще к нему пошла? У тебя проблемы какие-то? Или так? Техосмотр? Ну, Злат. Что, Злат? Ну, что ты будешь лучшую подругу стесняться? Давай, рассказывай. Я решила сделать пластическую операцию. Да ладно. Слушай, ну, ты же шикарно выглядишь. По тебе никто не скажет, что у тебя четверо детей. Кстати, как они? С бабушками на море. Все хорошо. Да ты что? Мелкий тоже? Да, ругаю себя, что я их всех отпустила, ну хотя бы маленького оставила. Ну, бабушки справляются. Ну и все, и славненько справляются. Слушай, а ты мне зубы-то не заговаривай. Что за пластическая операция? Ты что, с ума сошла? Это интимные пластические процедуры. Что? Тебя муж надоумил? Нет, я сама решила. Ну, в общем, после четвертых родов у меня случилось выпадение стенок. Ну, ты сама понимаешь, чего. Ой, понимаю, понимаю. Ну, и я не могу себе позволить, чтобы Рома как-то видел или прикасался. Ну, в общем, там все очень... Ну, понятно. И он тебе сказал, что хорошо бы сделать пластическую операцию, да? Не понимаю, зачем ты меня сюда вызвала. Мы могли прекрасно попрощаться и обо всем поговорить по телефону. Жень, я не хочу прощаться. Ну, это уж не тебе решать, тем более после того, когда я узнал, что не я отец ребенка. Жень! Ты меня обманула. Ты поставила под угрозу мою семью. Жень, я люблю тебя. Я правда была уверена, что он твой. Это оказалось не так. Подожди. Даша. Даша, давай просто попрощаемся и разойдемся. Послушай, Жень. Тебе же было с ней пух. Ты поэтому ушел. Я люблю. Я просто хочу быть рядом. Я люблю свою жену. Я просто потерял контроль над ситуацией, когда ты мне сказала, что ты беременна. Но теперь, когда сделан тест на отцовство, все стало на свои места. Я хочу вернуться домой. К семье. Ну, ясно, что все это ужасно неприятно. А операция, она поможет. Они сошьют и сузят стенки. Это сделает мышцы снова крепкой.
Потому что то, как это выглядит сейчас, так оставлять нельзя. Ну, знаешь, я бы все-таки еще 100 раз подумала, прежде чем пойти ради своего мужа на такой шаг. Ты уверена? Да у нас секса не было больше года. Я просто не могу заставить тебя показаться ему в таком виде. Ну, это все объясняет. Что объясняет? Так, я не хочу лезть в вашу личную жизнь. Тем более, что я могу ошибаться и своим вмешательством только сделать хуже. Не понимаю. Ирен, ну, ты все-таки выясни. Может, ему и не нужно, чтобы ты там себе все рихтовала? Ты хочешь сказать, что ему не нужен секс? Нет, дорогая, так не бывает. Так, подожди. Ты точно что-то знаешь? Нет, не бери в голову, это я так, о своем. Никита, Зотова анализы принесла? Нет еще. Здравствуйте. Как мне надоело ее эта непунктуальность, а? Зотова! Что у тебя случилось? Ничего. Вы, наверное, за анализами? Ну, конечно. Я сейчас вынесу. Через 2 минуты. Что с ней? А я откуда знаю? Что здесь творится, а? Это медицинское заведение или что? Вы же дружите. Ну да. Ну так иди, узнай, почему твоя подруга в слезах. Таня что, плачет? Да. Да, мой хороший. Через несколько дней вы с бабушками уже вернетесь. И мы с папой вас встретим. Вы не скучаете? А Миша как, все хорошо? Не капризничает? Ну, хорошо. Ну, ладно. Я вас всех крепко-крепко целую, очень сильно люблю. Мы ждем вас. Ладно, пока. И все хорошо? Даже не скучают. А Миша как? И Миша хорошо. Ром. А я тут подумала. Это после того нашего разговора? Да нет, ты неправильно понял. Мне нужно на несколько дней уехать в санаторий для оздоровительных процедур. Какой же я дурак. Как я мог подумать, что моя жена захотела близости со мной? Конечно, нужно ехать в санаторий. Вместо того, чтобы решать проблему, ты от нее бежишь. Нет. Ну, какие тебе нужны процедуры? Но это женское. Я бы не хотела говорить. Почему ты сбросил? Ну, мы с тобой разговариваем. Это для меня важнее. Ром. У тебя кто-то есть? Конечно, у меня кто-то есть. Именно поэтому я так отчаянно пытаюсь наладить нашу интимную жизнь. Неужели непонятно? Ну, Ром, я, конечно, понимаю, что у нас давно проблемы с сексом, и ты мужчина, и у тебя есть потребности, которые я не могу удовлетворить. Послушай, у меня жена и 4 детей. Любовница для меня слишком дорогое удовольствие. Да, ну тебе. Я люблю тебя. Кроме тебя мне никто не нужен. Именно поэтому я хочу, чтобы у нас все наладилось. Я решила сделать пластическую операцию. Ну, знаешь, я бы все-таки еще 100 раз подумала, прежде чем пойти ради своего мужа на такой шаг. Теперь тебе не о чем беспокоиться. У тебя же есть я. Я тебе не для этого рассказываю. Да? Я люблю тебя. Кроме тебя мне никто не нужен. Я люблю свою жену. Я хочу вернуться домой, к семье.
мог, Никита? Почему меня вечно тянет на каких-то уродов? Тише, тише. Все ведь хорошо. А ты? Ты почему меня не предупредила? Ты же видел, какой он. Ладно, я сама слепая, но ты-то мой друг. Ну как не предупредил? А кофе на него я выливал. Зачем, ты думаешь? Ты хотел меня предупредить. Я хотел показать тебе, что он мне не нравится. И не только потому, что у меня к тебе чувства. Потому что он человек, туфта. Ты сама не поняла. Таня, успокойся. Все будет хорошо. А тебе радоваться надо, что легко отделалась. В смысле? Ну вот представь себе. Вы дольше встречаетесь. Уже друзья есть общие, с родителями знакомы. Или чего хуже, забеременела и замуж собиралась. А он вот так вот пациентов своих в кабинете обжимает. Так что радоваться надо, что принесла. Да, ты прав. Я сама просто не поняла. Ирен, привет. А ты что здесь делаешь? Ты точно про него что-то знаешь, да? Я все поняла. Вы вместе работаете. Ты точно что-то про него знаешь, но не хочешь говорить. Послушай, я ничего не знаю. Злата. Я готова все узнать. Я готова узнать самое страшное. Злат, ну это не мое дело. И я могу ошибаться. Ну послушай, вот если моя подруга бы собиралась делать вагинопластику, я что-то знала про ее мужа. Хорошо, хорошо. Я видела его пару раз с молодой красивой девчонкой. Они прогуливались в сквере возле офиса. Я так знала. Я хочу ее увидеть. Ну, пожалуйста. Давай попробуем. Садись. Ань, что-то я заплутал. А какой номер дома точный? Так я вроде уже здесь, рядом. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Сергей Колосов, врач-гинеколог, а это Марина Анатольевна. Так и хочется сказать, Анечкина подопечная. Да ну что вы, какая уж подопечная. Просто мы с Мариной Анатольевной любим гулять, разговаривать. Да. Я вот мучаю Анечку своими старческими историями, а она мне помогает в важном деле. А вы врач? Да, врач. А я тоже врачом была. Вирусологом. Специализировалась на редких вирусах. Столбняк, бешенство, оспа. Это очень интересно, очень. А то... Я когда закончила институт, меня сразу отправили в Узбекистан делать прививки в горные районы. Я там такого насмотрелась. А брали ведь тогда в основном мужчины и покрупнее. Это да. Я одна там женщина была. Ого. Да. Как же вы выдержали? Сколько лет вы там работали? 11 лет. А теперь вот... Чуть на улице не осталось. Спасибо Ане. Не дает меня выдворить. Ну что, я тебе потом объясню. Ну, вот мы и пришли. Я пойду наверх провожу, подожди. Помочь вам? Да нет, нет, спасибо. Всего доброго. До свидания, было очень приятно познакомиться. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Так они встречаются раза три в неделю возле офиса. Иногда тут же в сквере и гуляют. Блин, и после этого ты мне рассказывала, что ты можешь ошибаться. И не хотела мне говорить. Злата! Ирина, ну, блин, пойми меня правильно, у вас четверо детей, а тут я со своими подозрениями. С какой стати? Я не хочу брать на себя ответственность за распад многодетной семьи. Я не вижу, она симпатичная. Да я тебя умоляю, ничем не лучше нас с тобой.
Подожди, стой, ну куда ты, куда? Что ты будешь ему говорить? Я ему скажу, что я все знаю, что между нами все кончено, что он предатель. Этого я и боялась. Ты его застукала, устроила ему скандал возле офиса. Он увидел, что ты вышла из моей машины, и все. Ты теряешь мужа, я теряю работу. Подожди. Вот тут надо как-то по-другому действовать. Ну, не пари ты горячку. Да, ты права. Ну как он мог? Ну я не понимаю. Ну мужики, они вообще такие. Их нельзя долго без секса держать. У них планку срывает. Правда, я всегда думала, что наш Роман Наумович не такой. Что он исключение из правил. Угу. А я тут мучаюсь комплексами и чувством вины. Да я тут вагинопластику собираюсь делать. Отвези меня домой. Отвезу. Только прогул мой, ты потом сама с начальником уладишь. Ну, прости меня. Она позвонила, я не смогла ей отказать. Родственники пытаются списать ее в дом престарелых, и у нее больное сердце. Им наплевать. А в доме престарелых, я думаю, она очень быстро зачахнет. В общем, я как юрист помогаю ей сохранить жилье. Вот так. А еще у нас с ней обнаружилось общее хобби. Какое? Раз в неделю смотрим старое итальянское кино. Класс? Какая ты у меня молодец. Да. Много у тебя этих бабушек? 55 стариков на попечении. Ого. Да, даже не ожидала, что их столько. Брошенных, одиноких. Да. Никто ими не занимается. Понимаешь? Ты понимаешь. Никита, ты все распечатал? Конечно, Елена Алексеевна. Добрый день. Никит, есть ко мне кто-нибудь? Следующая запись через полчаса. Елена Алексеевна, мне нужно с вами поговорить. Можно? Прямо сейчас? Только переоденусь. Ирен, что ты делаешь? Ищу доказательства. Господи, какие доказательства? Успокойся ты, не сходи с ума. Знаешь, когда мы с ним встретились, это была такая сумасшедшая любовь. Он был практически идеальный муж. Практически образцовый семьянин. Все просто завидовали. Ну, во-первых, никто не застрахован от ошибок. И, скорее всего, это у него так, ну, несерьезно. У мужиков его возрасте, знаешь, еще не такое бывает. А во-вторых, тебе никто не сказал, что он собрался уходить из семьи. А вдруг это такая чистая, светлая любовь? О, Господи. Ты ее видела? Mm-hmm. Светлая любовь. Знаешь, когда мужчина хочет уйти из семьи, его не удержат ни четверо детей, ни самый вкусный борщ, никакая вагинопластика. Слушай, ну кто тебе сказал, что он собрался уходить? Я видела его пару раз с молодой красивой девчонкой. Я хотел показать тебе, что он мне не нравится. И не только потому, что у меня к тебе чувства. Потому что он человек туфта. Когда мужчина хочет уйти из семьи, его не удержат ни четверо детей, ни самый вкусный борщ. Ну, что ты хотел? Лен, ты поняла, что у меня роман, и злишься, да? Да, я злюсь. А знаешь почему?
Потому что, в отличие от тебя, я веду себя профессионально. Я миллион раз тебе говорила, не надо заводить никаких романов с пациентками. Но почему? Да потому что такие правила в моей клинике. Да ты понимаешь, что у меня жизнь изменилась до неузнаваемости? Ленка, я наконец-то живу, я люблю, я чувствую. Черт побери, я не хочу и не буду от всего этого отказываться. Сереж, я пытаюсь достучаться до тебя, как до друга. Ленка, вот как друга тебя прошу, поговори с Иркой, а? Я лучше с эндокринологом поговорю. Привет. У тебя все в порядке? Ты детям звонила? Знаешь, кто ты? Что? Ты просто кобель и предатель. А что я сделал? Давно ты с ней встречаешься? Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. А я все знаю, я все видела. Да ладно. Молодую любовницу завел, да? Послушай, я понимаю, почему ты так могла подумать, но успокойся. Ты с ней спишь, да? У тебя с головой в порядке? Ты думаешь, что если я родила 4 детей, то я от тебя уйти не могу? Даже с этим горем заведешь? Ой, Ириша, Ириша, Ириша. Уходи. Мне все равно, где ты будешь ночевать. Я не хочу тебя больше видеть. Пошел к черту, предатель! Вот когда ты успокоишься и снова станешь адекватным человеком, я прошу тебя, позвони мне, чтобы я мог тебе все объяснить, хорошо? Здравствуйте. Я могу записаться на прием к Сергею Васильевичу на завтра? Елена, с вами все в порядке? Иди, мне объясняться придется. Очки. Никит, пока пациенток нет, иди покури. Так я же не курю. Кофе попей. Никита, брысь отсюда. Неприемлемо. Это хуже, чем неприемлемо. Елена Алексеевна, я все понимаю. Нет, вы ничего не понимаете, Игорь. Роман с пациенткой на рабочем месте? А если бы в кабинет вошла не я? Я могу все объяснить. Вы объяснять будете на другой работе, потому что я в ваших услугах больше не нуждаюсь. Видал? Готовься. Таня, нет, ты это слышала? Ты видела это? Что? Там Игоря с таким треском увольняют. Чернеева там просто рвет и мечет. Она на него злится? О, еще как злится.
А что случилось-то? Похоже, она у вас пациентка застукала. И что? Что, она меня выгнала с приемной? Но я там все равно стоял и слушал. Она его увольняет немедленно. А в рекомендации может только написать, что он любит неформальное общение. Кстати, Колосов там еще был. А он-то там при чем? А я не знаю при чем, просто вышел и все. В общем, про Игоря можно окончательно забыть. Я же тебе говорил, что есть карма в этом мире. Ну, хоть не будет теперь глаза мозолить. Вот. Чай хочешь? Сделать тебя? Нет, Таня, мне там еще писанину много. Попозже. То есть вы решили не делать операцию? Да. То есть нет. Теперь я стала сомневаться. Что случилось? Ну, у нас с мужем 4 детей. Младшему чуть больше года. И я тут случайно узнала, что муж мне изменил. И теперь я не знаю, что мне делать. Ни с ним, ни с операцией. А вы планировали операцию, потому что он вас попросил? Нет, он даже не знал, что я собиралась это делать. Но вы хотели сделать операцию для него? Но теперь, если мы расстанемся, в этом уже нет смысла. Но я так понимаю, он от вас не ушел? Нет, он собирался что-то мне объяснить. Ирена, вот мой вам совет. Эта операция не только поставит на место все то, что надо, но и вернет вам нормальное, естественное самоощущение. Эта операция не для него, она для вас. Да, вы правы. Я как-то об этом не подумала. Ну, а во-вторых, как мужчина, как женатый мужчина, я советую вам все-таки выслушать мужа. Ну, хуже от этого не станет. Поговорите с ним, а потом решите. Как вам действовать дальше? О! Сергей Васильевич, можно вас спросить? Да, слушаю вас. Скажите, как вам это удается? Что именно? Почему Черняева вас не увольняет? Ну, все же знают, что вы крутите романы с пациентом. А, может, вы и с ней тоже? Мой тебе совет, гаденыш. Если хочешь сохранить врачебную репутацию, то веди себя нормально, а не как полный придурок. И вот это мелко. Возьми меня к своим подопечным. Если будешь себя хорошо вести. Буду. Тебе что, понравилась Марина Анатольевна? Да. Она замечательная. Мы будем с ней разговаривать о вирусах, о всяких оспах. Ненормально. Ты очень красивая. Мне надо ехать. Да, конечно. Она же там одна. И наверняка тебя ждет. Да. Ты поняла, что у меня роман, и злишься, да? Да, я злюсь.
молодую любовницу завел, да? Как женатый мужчина, я советую вам все-таки выслушать мужа. Ну, это уже слишком. Мой тебе совет, гаденыш. Веди себя нормально, а не как полный придурок. Конечно, жду вас. Ну, очень-очень сильно. Ну, люблю, конечно, целую. Мам, ладно, звонят в дверь, всех целую, все, пока. Ты что, совсем с ума сошел, притащил ее сюда? Это Яна, моя дочь. Когда мы со Светланой разводились, ну, с первой женой, она уже была беременна, мне об этом не сказала. Год назад, как выяснилось, Светлана погибла, и Яна решила меня отыскать. Извините, я не хотела причинять неудобств. Ну, если дочь, проходите. У меня все готово. Идите, мойте руки. Хотите кушать? День. Спас кому-нибудь жизнь? Да. Супружескую. Спас жизнь. Сделал вагинопластику одной пациентке. Теперь ее жизнь наладится. Колосов, вообще-то мы ужинаем. Сама спросила. Завтра они возвращаются. Надо будет их встретить с поезда. Я так рада. Наконец-то все станет на свои места. Слушай, я виноват перед тобой. Чувствую себя из-за этого отвратительно. Надо же было сразу тебе как-то все рассказать и все. Ну, в общем, да. Ну, и в этой ситуации я тоже не права. И Злата тоже. Ты вот поаккуратнее со Златой. Но я не знаю, как сам бы себя повел в этой ситуации. Да, ты прав. Ну, кстати, я завтра утром еду на операцию. Я тебе гарантирую, что это то, что окончательно наладит нашу с тобой личную жизнь. Что за операция? Ну, помнишь, я тебе говорила, что мне надо на несколько дней уехать. Да? Ну вот, я нашла замечательного врача, который завтра мне сделает такую процедуру, что когда я выйду и закончится реабилитационный период. Но я тебе не буду рассказывать тебе подробности, я скажу только одно, что когда все закончится, мы с тобой из нашей постели будем выходить только в случае крайней необходимости. Ну ты вот как всегда говоришь загадками. Ну я же женщина. Сережа. А ты уверена в хирурге, в клинике? Главное, я уверена в том, что все делаю правильно. Ну, ты же это делаешь не только ради меня. Конечно. Спасибо, что ты меня понимаешь. И я в этом заинтересована не меньше тебя, уж поверь.
Женя. Привет. Мы можем поговорить, пожалуйста? Я опаздываю на работу. Я быстро. Это важно. Хорошо, проходи. Я знаю про ребенка Макса. Откуда? Это не важно. Но это же замечательная новость. Представляешь, мы с тобой будем вместе воспитывать внука, ну, или внучку. Мы с тобой? Лен, я порвал с ней. Правда. Окончательно, бесповоротно. Это дурацкая история, какое-то наваждение было, и ребенок не мой. Это поэтому ты захотел внуков? Ну, не надо, Лен. Я хочу вернуться, я хочу жить с тобой, я хочу помогать Максу воспитывать ребенка. Как я могу тебе верить, Женя? Я взял кредит, присмотрел хороший домик. Помнишь, ты же всегда мечтала жить большой, дружной семьей в собственном доме. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Ирена, здравствуйте. Ну что, готовы? Как никогда. Отлично. Никита, посмотри, готовы ли палаты и проводи пациентку. Я надеюсь, натощак? Как договаривались. Ну, прекрасно. Анестезиолог сейчас подойдет. Мы начнем. Угу. Проходите за мной.